пацаны, напишите, у нас конкурс такой маленький. Могу, не знаю, автограф на стену раздать. Напишите лучшую биографию для героя в Underground Man. А кто-то наверняка ведь играл, и мне говорили, что биография, она реально как бы используется, поэтому... Может, кто знает читерскую какую-нибудь биографию, типа набрать там IDDQD, блядь, и, ну, сможешь, блядь, бессмертным бегать. Типа, мало ли, блядь, посоветуйте. Пишут, насрать, да, какая она будет, но сохранить текст в буфер обмена. Ее потом придется вводить. Ну это я знал, я просто не я думал, ты сам до этого дойдешь. То есть вообще не... Блядь, ну, ребят, то есть... А, подождите. Но суть в том... Нет, стой! Подожди. То есть и статы ни на что не влияют? Это правда? Я думал, это прикол такой, что типа они ни на что не влияют, и на самом деле будут по ходу игры проверки какие-нибудь там на самодисциплину, на объем легких, типа те. То есть они ни на что не влияют, это просто обман? Нет. Да. Короче, Кость, сейчас самая ответственная хуйня. Я опять прохожу туториал, блядь, я его ни разу не прошел. Главное, чтобы, блядь, сейчас я выполнял все, что мне говорят. Кстати, если вы женщина, которая хочет со мной встречаться, это то, что вы должны запомнить, блядь. Выполнять все, что вам говорят. Если вам говорят, прыгай. Еще раз, еще раз. Вы прыгаете, еще один раз. Прямо прыгай, нахую. Еще прыжок. Нахуй, хороший прыжок. Нахуй, нажми на пробел. Прыгай нахуй, неплохо, но это была лишь разминка для настоящего боя. Теперь ударь таракана. Нажми Enter для удара. Enter. Пустоши тебе частенько придет защищать свою честь. Будь этому готов, настало время научиться использовать предметы и окружение. Для этого подойди к предмету и нажми Е. Еще предмет. Еще один, блядь. Я боюсь нахуй прогневать смотрителя. Он убивает тебя, когда ты делаешь что-то не то. Продолжай поднимать предметы. Как скажешь, смотритель, я подберу все, что ты скажешь. Продолжай поднимать предметы. Я подниму, я готов. Хватай его. Как скажешь, я все собрал. Еще предмет, он на фоне рад таракана, но я его заметил. Еще предмет, я все взял. Поднимай, как скажешь, я взял. The Underground Man. Игра для настоящих разумистов. Поэтому для того, чтобы удостовериться в твоих умственных способностях, напиши небольшое эссе о последнем альбоме Оксимирон. Минимум 30 символов. Окси перевернул игру. Горгород. Это не просто рэп-альбом. Это настоящее переживание, которое должен испытать каждый из нас. Ну чё, я на поверхности, Кость. Как прыгать тут? Он не прыгает на пробел. Я говорю... Блядь, чувак, меня... Я прыгать не могу. Я нажимаю на пробел, не могу прыгать, блядь. А еще птички гадят говном, которое дамажит это, блядь. Это полная хуйня, блядь. Блядь, почему он не прыгает на пробел? Объясните, пацаны, он же должен прыгать. Я Alt-Ctrl нажимаю, он же должен прыгать, блядь. Меня же учили прыжкам, или это какая-то шутка тоже, блядь. Типа то, что прыжки мне только снятся, блядь. Сам Драхунта пишет, что здесь никто не прыгает. Жутковато звучит. Здесь никто не прыгает. А сколько экранов нужно пройти вправо перед тем, как дойдешь куда-нибудь? Ну я понял, типа, я, типа, это такой
наркоманский юмор, я вообще сторонник подобного, типа, миллион экранов идти направо, блядь, это смешно. Вот, ебать, он, блядь. Черт какой-то идет, блядь, ты. А, ну это нормально. Соси! Я в «Принце Персии» играл, блядь. И чё? Ну, я знаю, как со стражниками разбираться. И Пелевина читал, блядь, этот... «Принц Гасплана», блядь. Я представляю, как с ним бороться. Бля, я так понимаю, какающая птичка — это главный злодей, блядь. Бля, опять гопник, нахуй. Ай, блядь, он тоже меня! Ай-яй, блядь! Гопники тоже могут тебя пиздануть, прикинь? Блядь. Ебать, я так не потел, нахуй, со времен. Сука. Заебался, блядь. Пять хитов, нахуй, и... Сколько я экранов уже прошел? Бля, опять срущая птичка, блядь. Пустошь поглотила вас. Никто не вспомнит ни о вас, ни о подземных людях. Зато ваш скелет нашла стая гиен и начала использовать его как туалет. Пустошь поглотила вас. Никто не вспомнит ни о... Дайте угадаю. Начинать нужно с самого начала, блядь. Хованский, ты бы каждый день им надрачивал? Смотря кому. Двум твоим мамкам-лесбухам? Только так. Подожди, я сейчас сделаю. Тяжело, безымянным пальцем не могу управлять. Вот. Два в парадный, один в шоколадный. Хованский заходит, твою маман. Она не против. Пока на работе твой папан. Хованский заходит к твоей маман, пока нет дома твоего папан. Ебёт её в жопан. Я же, блядь! Что? Хуйца соснула опять? Запорол обучение, да. Хован вообще роль не отыгрывает. Подземного человека? Откуда ты, пиздёнок, знаешь, как, блядь, подземные люди себя ведут? Я знаю, блядь. Сука, Кость, по сути, у меня украли, блядь, все, блядь, этот... Мэдисон мне должен, нахуй, все деньги со своей игры, блядь. Я же знаю про подземных людей все, блядь. Да? Откуда? Ну, эта игра, она не показывает подземных людей с их настоящей стороны. Это просто фантастика. Это фантазия на какую-то тему. Тут нету ни капли реального про подземных людей. Да ты чё? А что, из настоящих подземных людей? Ну-ка, расскажи нам. Конечно. Ну? Ты не знал? Нет. Еще древние шумеры, ассирийцы, после того, как Вавилонскую башню Господь обрушил, они начали строить не вверх, а вниз. И это были первые подземные люди, которых когда-то запечатали там. И Сталина тоже, вот Сталин тоже подземный человек, его в бункере бетоном залили, блядь. Это тоже... Сталинов, во-первых, было 17, блядь, и последнего вот Сталина залили, блядь, бетоном, нахуй. И подземные люди — это реально существующий феномен. Да ты чё? Да. А Ленин грипп? Нет, Ленин не грипп, а подземные люди существуют. Не иронизируй там, где не нужно. Я готов с тобой постебаться над какой-то хуйней, но когда речь заходит о подземных людях, я предельно серьезен. Я 17 Сталиных, да? Сталиных было 17. Чихнешь, нахуй, у тебя, блядь, сопля повиснет, как у... Ага.
Меня опять уебал смотритель, блядь, чувак. И чё сопля висит, и ты потом тебе скриншоты нарежешь? Ну да, гифки, блядь, да меня опять убили, блядь, сука! Ты какой-то, блядь, по-моему, слишком это... Блядь, сколько Хорошо. Же экранов Я до приду. Этого бара идти, блядь, ребята! Ой. Пиздец, я заебался, это просто экран за экраном. 16-20 экранов. Сука, это голубь гадит неравномерно, это просто нечестно. Это игра, это... Обманы. Блять, как же, ах, как же это? День сменяется ночью, ночь сменяется днем. Уже нет сил. Нет, опять какающий голубь, я. Чувак, это просто, это изматывающе. Я не могу, это как работа. Блять, у меня последнее сердечко нахуй. Я отвечаю, блять, это. Блять, никогда еще для меня не было такой ответственностью пробираться под голубинами, как еще один голубь, блять. Сука, ненавижу икоту, ненавижу голубей, ненавижу Underground Man. Еще один день сменяется ночью, когда кони... Нет! О, господи, неужели? Я дошел до бара. Отработал бабки свои. И это не руки наемнику. Их, ребят, руки в мозолях. Ну, в общем, друзья, на сегодня все. Юрий Хованский, Константин Кадавр. Любят вас без... Какая же мразь меня вспоминает сейчас, сука. Очень-очень. Я, кстати, никого не забанил, блядь. Я только пиздел, а ничего не сделал. Блядь, вот мразь, которая меня вспоминает, ну, сука. Я... Не иначе, как... Хозяин бара изредка носил. Меня убили. Не так часто, так как алкоголь как? И ожирение слишком. Ты же да, неправильный ответ выбрал. Ты там тебе сказали гораздо очком торговать, чаще. Да? Нет, я сказал. Посетители бара, караванщики и наемники. Один из них и прирезал вас одним печальным вечером. Эта игра слишком жестокая.